Всем привет, дорогие друзья, с вами Демон Крафт, и сегодня у нас новая часть туториалов по Audacity. Вы спросите, какого черта так долго не было ролика? Я отвечу, я болел, поэтому я не мог заснять ролик. Но сейчас я выздоровел и спокойно смогу записывать для вас ролики. Итак, вы набрали на прошлой части 50 лайков, поэтому вышла новая часть. А также спасибо всем тем, кто оставлял положительные комментарии. Итак, сегодня у нас голос Чужого из Dishonored 2 и голос Блэкхарда из Призрачного Гонщика. Ну, не будем тянуть время, начнем. Итак, для начала запишем голос. Делайла убивала за пару башмаков и в тот же год писала величайшие портреты своего времени. Итак, мы в Audacity. Итак, два раза сдублируем дорожку. Теперь выделяем все три дорожки, заходим в эффекты, фейзер, ставим значение как у меня, нажимаем ОК, заходим в эффекты и повторяем эффект. Теперь выделяем первую дорожку, реверс, эффекты, реверб и ставим значение как у меня, нажимаем ОК. Теперь эффекты, реверс и опять эффекты, реверб, ОК. Теперь переходим ко второй дорожке. Выделяем ее, заходим в эффекты, эхо и ставим значение как у меня. Окей, теперь выделим концовку, зайдем в эффекты и выберем плавное затухание. И громкость поставим минус 15. Теперь третья дорожка. Итак, выделяем третью дорожку, заходим в эффекты, реверб, окей, повторяем эффект. Теперь реверс и опять два раза реверб. Теперь эффекты, Paul Strange. И ставим такие же значения. Окей, теперь эффекты, реверс, выделим начало, эффекты, плавное нарастание. И громкость ставим минус 8. Все, теперь можно послушать. Делайла убивала за пару башмаков и в тот же год писала величайшие портреты своего времени. Так, теперь голос Блэкхарда. Весь твой мир, все души в нем. Теперь мои навеки. Итак, первое, что мы должны сделать, зайти в эффекты, нажать эхо и поставить значение, как у меня. Теперь скопируем дорожку, выделим вторую дорожку, смена высоты тона и ставим минус 7. Теперь выделим обе дорожки, вызовем эффекты и повторим эффект. Все, теперь можно послушать. Весь твой мир, все души в нем. Теперь мои навеки. А на этом все. Если вам понравился ролик, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои предложения, чей голос мне сделать в следующей части. А с вами был Демон Крафт. Всем пока!